Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу я вам показать мастер-класс по изготовлению еще одного вот такого красивого нежного бантика с такими оригинальными лепесточками. Я его сделала на заколке. Он небольшой по размеру. Около 8 сантиметров. Вот такая красота. И сейчас мы с вами изготовим еще один. Итак, что нам для него понадобится? Для изготовления лепесточка нам понадобится 2 отрезочка репсовой ленты. Размер 8 сантиметров на 2,5. 2 отрезочка. Я беру репсовую ленту, у меня такая идет с золотым принтом. Также нам понадобится парчевая ленточка, тоже 2,5, она по ширине, по длине 7 сантиметров. Вот эти три ленточки, это для одного лепесточка, а лепесточков у нас 5. Вот такая красивая серединка, фетровая основа. Около 3, ну может чуть больше, 3,5 сантиметра в диаметре. И крокодильчик, нет, 4 сантиметра. А также нам понадобится иголочка с ниткой. Итак, приступаем к изготовлению наших лепестков. Берем парчевую ленточку. И делаем обычный вот такой острый лепесточек. Подровняли, чтобы все были стороны равные, краешки. Зажимаем и оплавляем. Готово. Берем наши репсовые ленты. Один краешек я оплавляю, а второй краешек я наискосочек, вот у нас ленточки, и вот так наискосочек, на половиночку, чтобы уголочек, я их чуть-чуть разворачиваю. Низ подрезаю. И спаиваю. Вот так. Вот такая заготовочка. Теперь мы вниз вставляем острый лепесточек, по краю подровняли по низу и скрепим булавочкой. Берем верхний наш заготовочку от ленты и делаем острый лепесток, как вот такой, вот только вот так, и наполовину нашей заготовки мы опускаем. С другой стороны тоже на себя и вниз. Подровняли, чтобы ровненько было на половинке. С одной стороны загнули. Ровненько, и с другой стороны загнули ровненько. И вот такая заготовочка у нас получается. Теперь мы можем достать нашу булавочку из-под низу и сверху. Теперь заново все скрепить. Расправили. Вот такая заготовочка. Теперь мы это все нанизываем на иголочку. Теперь мы прошиваем. Завожу иголочку снизу. Один, два,
три, четыре. Четыре стежочка. Убираем булавочку и подтягиваю. Вот у меня уже пять штучек наши. Теперь мы их скрепим последний с первой и подтягиваем. Подтягиваем и распрямляем. Расправили, отставляем в стороночку. А теперь нам нужно закрепить нашу заколку на фетровой основе. Вот так подровняли. Капелька клея закрепляем. Разворачиваем наш цветочек. Наносим клей и опускаем так, ровненько и хорошенечко вот так придавили, распрямили наши все лепесточки есть. Ну и последний штрих. Наша маленькая серединка красивая. Вот так. И вот такая красота у нас получилась. Смотрите, какая прелесть. Для наших девчонок. Так, чуть-чуть распрямляем. Раскрываем побольше лепесточки, чуть-чуть, так можно их подраскрывать. И вот такая красота у нас с вами получилась. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. До свидания.